столу только свежие овощи, естественно, без химических добавок. Под таким девизом работают сотрудники столовой, который располагается на базе отдыха «Сосновый Бор». Трое сельчан, работники базы отдыха, создали тепличный кооператив по программе самозанятости. Теперь круглый год они обеспечивают отдыхающих свежими овощами. Все вообще-то были очень рады, что мы даем не с какими-то этими добавками, а свои, это свежие овощи. Полезным овощам рады не только посетители базы отдыха, но и сами повара. У нас, во-первых, здесь все овощи, вот что лежат на столе, все представлены овощи, растут в теплице. Кормим посетителей, клиентов, рабочих. Готовим из этих овощей, консервируем на зиму. Не только экологически чистыми продуктами могут похвастаться сотрудники базы «Сосновый Бор». На территории оздоровительного комплекса создан вольер, в котором разводят и содержат кроликов. Кролик мы завели для того, чтобы удовлетворять наши потребности, потребности отдыхающих. Допустим, приехал кто-то, заказал кролик. Почему бы мне кролик, я не свинину заказать? Кролик очень вкусный, диетическое мясо и полезное. Чтобы организовать любое дело, для этого необходимо иметь желание работать и зарабатывать. Жителям села 2 Тролоково это удалось.